ребята, ну что, надо настало время обеда. Так, Альбатрос Аквависта. Главный ресторан по Аквависте это вот этот. То есть подписано с одной стороны Sunny Restaurant, тут Saffron. Ну, по сути, там это одно и то же. Есть летняя площадка и внутренняя. Сейчас посмотрим, что сегодня дают покушать. Так, ребятки, здесь у нас овощи, фрукты. Окей. Картофельный, что картофельный? Картошка просто. Так. Куса. Кабачки. Морковь, рис. Мест полно, более чем достаточно. Это бар. Напитки, пиво. Либо булочная. Лежали. Есть рыбка, капуста, пицца. Ну, обед только начался где-то минут 15 назад. Никого нет, все хорошо. Вообще, то ли заполнили, не знаю, процентов на 20, наверное. Машина, чье? Hi friend. Так, это у нас курочка. Просто. Картошечка. Говядина, рисок, так, еще здесь есть местечко. Hello. Так, это соус. Это вот паста различная с добавками. Так, ну обычно тут еще что-то выставляют, но не сегодня. Так, овощи. Так, ребята, это обед. Hi. Say hi for my YouTube channel. Как дела? А, как дела? Красавчик. Ребята, ну, обзор вы, в принципе, видели там по блюдам, что есть. Что взял я? Перчик, говядина, салат. Вот жена взяла рыбку. Ну, опять же, смотрите сами. Как бы на четверочку, на мой взгляд, хороший вариант.
У вас может быть по этому поводу свое мнение. Вот так выглядит обед в аквависте в Альбатрос. Выбирайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы у меня видео куда-то попадало, залетало в рекомендации. Все, обязательно, ребят, подписывайтесь. Пока-пока. Скажи пока. Все, пока. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это очень важно для развития канала. Также не забывайте подписываться на мой Instagram и добавляться в друзья в Facebook. Смотрите и другие мои видео на моем канале. Спасибо вам за просмотр. Пока!